Йо-йо-йо, всем привет, друзья! В эфире программа «Урбана» на первом альтернативном телеканале. Мы находимся в клубе «План Б». Сегодня здесь проходит фестиваль под названием «Ставка». Насколько я знаю, это второй фестиваль. Вот. Мы сидим здесь с Сашей Медом. Буквально вчера приехал из хип-хоп-кемпа. Он был в Чехии. Вот, он видел там огромное количество артистов иностранных, очень крутых. И он привез оттуда тонны. Он говорит, 8 часов видео. Можете себе представить? Вообще, как там туса была? Я, насколько знаю, ты не бухаешь. Я не пью, не употребляю. Очень мероприятие хорошее, 3 дня фестивалю под открытым небом. 15 тысяч человек его посетило за 3 дня. И выступали очень многие хорошие люди, такие как Маста Айс, Эду Джи, Ладж Профессор, Буткэм Клик, Рутс Манува, конечно же, Талиб Квели с хай-теком, то есть еще несколько десятков артистов, из которых больше половины – это известные артисты Америки и Европы. То есть там было просто отлично, все на позитиве, и не то, что у нас. Теперь все это можно посмотреть на твоем сайте. Да, на УГВ.ру 8 часов видео вывесили, и надеемся, что-нибудь, возможно, даже куда-нибудь к вам попадет. Я думаю, что попадет обязательно. Вот ты сказал, Рутс Манува напомнил мне. Многие очень спрашивают, какая музыка играет в заставке программы «Урбана». Так это, друзья, Рутс Манува, «Witness the Fitness». Понятно? Вот.